Всем привет, друзья! С вами Дьякова.31, и это 58-я серия про мой город в Майнкрафте. В общем, друзья, первое обновление, это у нас такая маленькая мини-ферма, такая получилась. В общем, здесь у нас пшеница, морковь, картошка. И дальше у нас снова пшеница, морковь, картошка и снова тут. Три ряда, то есть вместе 9 рядов так вот получилось. И в будущем, в следующем выпуске я, возможно, построю мельницу. Вот так вот получилось первое маленькое обновление. А второе обновление, потому что я построил детский садик. Тем более два таких детского садов, и, естественно, в районе рядом с памятником строителям метро. Вот здесь. Вот это детский садик номер 4, а в районе института детский садик номер 5. Ну и посетил. Да, вот так вот у нас. Дальше у нас такие вот группы. Здесь у нас как бы переодевается. Так. Здесь у нас ванна, туалет. И сама группа такая, то есть по шесть, тем более. Кровати, сундучки, проигрыватель, коврик, полочки с игрушками и все такое. Включаем воображение. Здесь как бы цветут в горшке. Все группы такие одинаковые, так что смотрите. Не будем. Столовая такая. Честно скажу, это глупо, когда здесь сразу столовая, но некоторым воспитателям хотелось бы отдельно, так сказать, в отдельных группах, а тут, естественно. Вот здесь у нас красивый вид на станцию метро Робинска. Кстати, вот открыто. Магазин «Пятерочка» и магазин одежды «Пеплос». Пятиэтажка, школа вон, трон. Вот. И свечка. Пятиэтажная. Сейчас снова группа. Так, поднимаемся на второй этаж. Здесь он отрезал. Такой вот актовый зал. Дальше у нас кабинет медика. Здесь у нас медик работает. Дальше у нас кабинет директора. И снова группы. Снова группа у нас. Да, тут, как я и говорил, они все одинаковые. Пока окон получилось много. Здесь у нас памятник строителям метро, вот такой вот. Ну и все, в общем. Ну и следующее обновление на сегодня. Это у нас трехэтажные жилые дома, тем более получились четырехпаратные. Трехпаратные жилые дома, и, естественно, это на Святославской улице. Так, вот сейчас вот летим вот мимо 9-этажек рыжих. Так. Снова 9, рыжие 9-этажки. Рыжики. Так. Еще такой дом. Технику. Ну, а дальше комментировать не буду. Так, ребята, в общем, извиняюсь. Меня позже позвали. Так. Кстати, вот я хочу сказать еще одно обновление, то, что у меня
что строится, в общем, торговый центр под названием Луч. Вот. Надпись Луч. В общем, у него так, что, в общем, он как бы строится уже. То есть само здание готово, но ну, спрашивается, что туда добавить? Ну, добавлю только гипермаркет Карусель. Но заранее заранее покажу спойлер. Спойлер самого гипермаркета Карусель. Боксы с мороженными продуктами, полочки с товарами, склад. Вот такой вот. Вот такой вот торговый центр. Также есть еще мини-кафе под открытым небом. Вот такой вот. Типа мороженое продают. Дальше вот такие вот посиделки. Здесь можно посидеть. Пока что здесь требуется открыть 4 заведения здесь, вот в торговом центре. Но пока что откладывается за строительство, поскольку открыт только гипермаркет Карусель, но требуется еще открыть еще несколько мероприятий, несколько предприятий, типа много мебели, ленту, ну и возможно добавить ресторан. Ну и вот они уже такие вот дома. Они одинаковые, только вот у этого дома там такая вот темно-зеленая лента. Наши железные двери с домофоном. Ну, такие вот. Здесь у нас такая вот у нас две кровати, два сумка, печь. 2-4 печки. Ну, так. И, по сути дела, все комнаты одинаковые. Ну, на втором этаже уже другие квартиры, только уже там уже балконы. С балкончиком. Вот так вот сзади выглядят. В общем, друзья, на сегодня были все обновления на сегодняшний выпуск. Напоминаю, что новых выпусков не будет, поскольку я уезжаю и вернусь я 24 числа, поскольку... из-за праздников, естественно, в общем. То есть отдыхать уезжаю. Возможно, будет не только выпусков про год в Майнкрафте и про СССР в Майнкрафте, но и другие видео по другим рубрикам тематики. Ладно, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите идеи. И всем пока.